Открой для себя мир Гарри Поттера с интерактивной распределяющей шляпой. Только посмотри, она совсем как настоящая. Приготовься к незабываемым приключениям в мире волшебников. Представь себя студентом Хогвартса с этой магической шляпой, которая читает твои мысли и может сказать 15 разных фраз. Перед началом игры нужно выключить демо-режим. Для этого подвинь рычажок под отсеком для батареек во вторую позицию. Чтобы поменять язык с русского на испанский, поставь рычажок в первую позицию. Теперь можно начинать. Надевай шляпу и слушай предсказания. Вот так. Все здесь, в вашей голове. Знаю. Есть талант, о да. А, все ясно. Куда же определить вас? Пожалуйста, выбери Гриффиндор, это мой любимый факультет. Разумеется, я знаю, что с вами делать. Гриффиндор! Ура! Кстати, если шляпа какое-то время лежит без дела, она переключится на режим ожидания для экономии батареек. Чтобы разбудить ее, нажми на кнопку на полях шляпы, и можно снова узнать свой факультет. Все проще простого. Распределяющая шляпа знает твое предназначение. Нужно только убедиться, что внутри есть батарейки. Попроси взрослых помочь тебе с этим и наслаждайся увлекательной игрой с волшебной распределяющей шляпой из фильма о Гарри Поттере.